По каким-то Teamfight Ultimate, собственно, Tidehunter может появиться. Либо что-то в таком роде. Робик неплохо подошел. Black Hole воровать тоже. Вполне себе. Занятие. Ну и задумался в итоге Fly. Fly понимает, что пушить их будет очень рано, что от Na'Vi будет агрессия в первые буквально 10-15 минут. Надо будет как-то продержаться, надо будет расфармливать Тинкера, делать ему стаки, пытаться. Иначе они рискуют в мидгейме просесть очень сильно. Минута времени у них имеется. Напомню, кто побеждает эту серию, у нас перемещается завтра играть против Evil Genius. Завтра в 8 будем смотреть гранд-финал Best of 5. Ожидает уже Evil Genius победителя этой серии. Я думаю, тоже все будет достаточно занятно. Na'Vi в прошлом матче дали Fnatic намекнуть, что не стоит чувствовать себя комфортно. Fnatic набирали свою комбинацию, которую они испытывали против Empire. Там все сработало достаточно неплохо, но Na'Vi на этот раз их переубедили. Бань Твайда. Долго думали, долго обсуждали. Решили, что Void готов ловить Тинкера. Впрыгивая, ставить хроносферу на него. Ну а Флейн Void в последнее время этим уже никого не удивишь. Сказали бы такое некоторое время назад. Вызвало бы удивление, но сейчас уже все привыкли. Целую неделю этот Void не сходит с экранов телевизоров, стримов. Ну, Fnatic появляется у них Vengeful Spirit, берут саппорта. Минус армор есть, стан есть. Присутствие в ранней игре тоже будет, посмотрим, возможно, роумеров прям-таки наберут. Fnatic будет перемещаться между лейнами, пытаться. Ну и посмотрим, удастся ли отдефать вышки. Взять двоих станеров, перемещаться между лейнами, пытаться убивать все время либо Дэнди, либо приходить спасать вышки от Ликана, станет их по очереди забирать крипов, пытаться убивать. А теперь уже дело за Na'Vi, минута 20 времени, надо придумать саппорт себе. Ликан, Энигма, плюс один саппорт должны в ранней игре все ломать, прогонять оффлейнера. При этом лейн не должен быть настолько слабым, чтобы можно было прийти боевым трилейном в Fnatic, попробовать там всех убить, погонять Ликана, не давать им фармить. Иначе Na'Vi тогда уже споткнутся. Ранее преимущество не получит. Драфт немного жадный из-за того, что Enigma появилась рано. Вторым слотом. Fnatic теперь знает, что один из лейнов не досчитается саппортов. Но в то же время Enigma в любой момент может выйти из леса, дать Malphite. Ну а пока появляется пак. Пак для Dendy. Fnatic уже сталкивались с Na'Vi. Собственно, играли они тогда Тинкером. Na'Vi побеждали тогда их. Ну и посмотрим, как будет сейчас. В той игре Excalibur допускал ошибки, то есть два раза он тогда попался, и вся игра развалилась моментально. Посмотрим, как сейчас он будет отыгрывать. Будет ли он играть аккуратнее. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Ну а пока появляется Ancient Apparition. Вдвоем побегать с Vengeful Spirit за стан. Можно успеть приморозить колдфитом за Magic Missile. Ну, либо же взять Chilling Touch, пытаться сразу же убивать за Magic Missile с руки. Спить навалять можно. Помимо всего этого, это Ice Blast. Если он успеет получить свой ультимейт рано, Fnatic, это будет только на руку. Будет отгонять, а не пуш, убивать, пытаться волков, эдолонов и так далее. Reserve time. I speak
Фурион от Нави. Еще больше пуш потенциала Нави. Дают понять Фнатик, что их вышки в опасности. Понятно, что будет марш от Тинкера, что Тинкер будет защищать свои вышки до последнего, когда вкачает этот марш. Но пока он этот марш не вкачает, я думаю, Нави успеет собрать вышки 3 минимум. А то и больше. Плюс это план на лейтгейм. Плюс это потенциальный носитель сайта Вайс. Помимо пака. То есть в 2 хикса будет они ловить Тинкером. Если Нави получит раннее преимущество, Фнатик будет очень сложно. А это раннее преимущество они должны получать, учитывая сколько у них пуш потенциала. Сразу же банит Скайврат, Фнатик. Ну и последний бан от Нави. Они видят, что остался только какой-то товарищ на сейфлейн, либо на боевой трилейн. Это как раз надо понять, кто может прийти с Венш Спирит и с Эншн Топоришном, гоня с Ликана. Какой-то мидгейм герой. Да хоть Тайдхантер, на самом деле, того же самого бери. Не обязательно брать дополнительный карри потенциал, учитывая, что есть Тинкер, учитывая, что есть Дум. Ну, посмотрим, что выберут Фнатик. Возможно, возьмут еще одного Red Clicker на случай, если Тинкер не взлетит, чтобы был какой-то план Б. Фнатик понимает, что для них игра решающая. Нави же банит Сайленсера. Против Фнатик ни одна команда уже не оставляет Сайленсера в драфте. Сайленсер всегда улетает в бан. Хоть с последним баном, но сейчас Нави его тоже минусуют. Так, ну и пора показывать. Фнатик, я думаю, все-таки не хотелось бы им делать боевой трилейн, потому что тогда саппорты застрянут на топе. Если Ликана они, конечно, будут напрягать, это будет здорово, но в то же время и Нэч справит и пак, получит свой опыт, получит свой фарм, придут всех убивать. Но нет, появляется Акс. Вот с кем они отправятся, с кем они будут гонять Ликана. Посмотрим, как все получится. Похоже, что Фнатик готовы отдавать преимущество пака, отдавать преимущество Нэч Спрофита, если при этом Акс, Венш, Спирит, Эйнш, Топоришн, Ликана прогонит, сломает ранний тауэр. Ну, хотя кто его знает, возможно, оффлейны Дума пошлют. Акс будет просто фармить на быстрый блинк, но я не думаю, что это хорошее решение. Так, ну что, Нави, нужен саппорт. Нужен саппорт для Куроки. Ну и появляется ли Шрак? Так противно Аксу, если Акс будет в одиночку пытаться какие-то фокусы выкидывать, заходить за вышку Лишаку и сразу же прогонит своими диаболико-эдиктами. Ну и опять же, пуш-потенциал, тимфайт-потенциал, одно сплошное АВЕ, огромное количество урона от Лишака. Купит себе пару слотов на выживаемость, и вот уже он тоже очень проблемный. Так, ну что, смотрим, сторона Radiant, Нави. Лишак, Куроки, Дэнди, на паке хвост на Ликане. Купи Энигма, ну и Фаник на Нечс Профите. Ну а с этой стороны Фнатик, Трикси на Аксе, Экскалибур на Тинкере отправится на мид, Биг Дэдди на Тейл, на Венш фо Спирит, Флай будет играть Эншт Топоришн, ну и Кани отправляется фармить сейфлейн на Думе. Бежит Куроки, торопится, мало ли кто здесь будет забегать в смоки, видит Акса. Да, прекрасно понимаю, что скорее всего здесь будут перехватывать Фнатик инициативу, пытаться с Аксом вытворять всякое. Пытаться всех убивать здесь. Этого допускать не стоит. Выгоняет всех Куроки достаточно смело. У Трикси 8 танка. Трикси в случае чего может и в лес переместиться. То есть можно всегда план отменить. Саппортом сказать, что идите лучше по ганку, иначе с профита попробуйте поубивать пака. Хоть это и проблема, но пак убить достаточно сложно. Фаник стоит в лесу. Пока что не отправляется он оффлейн, ну а Дэнди уже на изготовку. Пока что на топ отправляется хвост. То есть, похоже, додж вражеского трилейна. Смотрит рентом. Пока что на тейл здесь все еще крутится. Ну и действительно, флай стопит здесь крипов. То есть, все-таки будет здесь боевой трилейн. И Фаник готов его встречать. Куроки будет делать отпул и будет приглядывать за Нечс профитом. Ну а хвост пофармит один на один против дома. Это
не так уж и проблемно для Ликана. Давали будет хал своим. Ну а потом уже можно будет хвоста призывать обратно, когда выйдет Энигма и начнет выправлять дела, когда эту Акса прогонит. Так, ну самый большой вопрос, прогонит ли? Все зависит от того, как сейчас у Fnatic пойдет этот лейн. Если этот лейн совсем не сложится, собственно, уже если там получает флай, уже с халом наворачивает интернет, притом наворачивает достаточно больно, чуть ли не на плох хп. Magic Missile Фаника. Чиллинг тач себе дали. Фаник сразу же бежать на плох хп просел. Куроки тоже запутался в крипах. Но, тем не менее, деревья поедают, вроде бы. Пока что все не так плохо. Вызываются новые тренты, и под хал Ликана можно каждый раз таймить такие вот атаки. Чтобы тренты грызли саппортов, не давали им распускать руки. Чиллинг тач закончился. Кулдаун достаточно долгий, пока что тренты гоняют флая. Дэнди здесь поплевывает. 7 лоскитов 3D на Экскальбур. Только 2 лоскита, здесь Дэнди прям-таки не дает прохода этому Тинкеру. Дэнди скупился на максимум статов. В принципе, у Тинкера тоже. 0 талисман, 2 ветки. Старается, Трикси вращается. Но Фаник им настрелит уже достаточно больно. Фаник начинал с ботинком, Фейсбутс появится очень быстро. Но уже пора заходить за вышку, решает Трикси. Пошли они с Натылом, оттесняют, что Фаник, что Куроки, и готовы забегать. Куроки постреливает. Акса прогоняет. А Фаник крипов переагривает. Вроде пока что держится Нави. Натик пока что ведут себя нерешительно и... Скоро уже Энигма готова будет приходить на помощь. Пупей пока что внимания ни на что не обращает, ходит, фармит. Пошел забирать невидимость. Продолжает вызываться здесь тренты. Так, ну и хвост хал нажал. Врезал Хани. Прогоняет его под вышку. Дэнди за счет халва здесь отвармливается. Стоит уже на марш, достаточно больно ему. Ну, ждет уже бутылку. Трентами постоянно контролит Фаник. Собственно, эти тренты и создают большую часть пространства для этого френа, для этого лешака. Куроки старается не подставляться, он понимает, что подойдет на рейндж Magic Missile. Будут у него проблемы, поэтому ходит очень аккуратно. Здесь важно не ошибаться. Малейшая ошибка может стоить чуть ли не вышки, но в любой момент можно позвать Пупея. Так, ну что, Нави особо их не расстраивает этот трилейн, на самом деле Фаник фармит 8 хитов имеет, не сильно отстает. Понятно, что есть Трикси, вращается 10 скрипов у Трикси, ботинок он себе купил, но с таким же успехом он мог и джанглить. Ну а вражеские саппорты здесь в итоге клейны приклеены. Нави это очень выгодно в итоге получается, что никто никуда не ходит. Хвоста не напрягает, так, Куроки получает стан, чиллинг тач дали, загли, но это фрозблат. Допускает ошибку Куроки, доцепился. Дотянулся до него все-таки станом Биг Дэдди, но и сразу же попался. Здесь флай ходит, находит Пупея. Эйдолонов нет, неприятно этой Энигме. Но тем не менее, флай решительно выгоняет. Ну что, убить убили, ферзба забрали, но тем не менее, контроль над лейном не перехватили обратно себе Fnatic. Уже у Фаника хватает на фейсбутс, надо принести себе. Хвоста, правда, неприятности, потому что Ханин прям-таки забирается за вышку и вышка проседает здесь от крипов. Хал нажал. Прилетает сразу же Фаник. Ну и готовы они, думаю, убивать. Блокирует. Пытался туловищем блокировать. Позовут сейчас Дэнди на помощь. Спраут есть, но нажимать не стал. Хани они в итоге так и отпускают. Дэнди звать не стали, у Дэнди ни маны, ни хп не имеется. Экскальбур здесь уже начинает его гонять, прижимать. Идет постоянный лазер, постоянный спам марша. Но, тем не менее, сейчас пак получает уже ультимейт. Ультимейт вкачивает Дэнди. Надо сходить от Трегенца и можно уже куда-то прилетать. Из-за того, что улетел Фурион, наконец-то Трикси встает в желанную позицию. Диаболика Эдик-то нету Куроки. Но он готов уже молниями заспамливать. Отменяет анимации, прогоняет Акса. Но вышка все-таки падает. Первую вышку забирает Fnatic. Однако Ликан с Фурианом уже вгрызается вышка на топе. То есть сейчас придется возвращать все-таки саппортов и выводить их с ботом-лейна. В принципе, они и так готовы расходиться. Им все равно на ботом-лейне делать больше нечего. Приходит на тыл. Буквально чуть-чуть не достал станом. Здесь застрял он. Об дом лицом стукнулся. Фаник начинает метаться. Получается, все-таки Magic Missile позволяет Пупея дотянуться до дома.
И Фаник просто улетает. Нет, не улетает. Хватит урона, Фаника добили, пока пытался телепортироваться. Дум идет. Пытается бить хвоста, ну а тем временем выясняется, что пришел Аксномит и помогает добить Дэнди. Нави начинают как-то терять ход, терять контроль над ходом событий. Фаник, конечно, возвращается обратно на ботмейн. Можно оставлять его здесь в покое, можно менять их местами теперь с хвостом. Хвоста надо переводить обратно на сейфлейн. Акс практически теперь хватает на блинк из-за того, что они убивали вышку. Ну и Трикси сейчас блинк купит от него. Спасения не будет никакого. Так, Дэнди Дримкол дает, пытается спасти хвоста. Получается, Танхани. После телепортирус улетает, Дэнди дает сайленс. Пару бы все прошлись, но ты погибает первым. Добить бы Хани. Спраут есть, Хани прохиливается очень долго живет, Скорсторф помогает третьего уровня. И приходит Флай, чуть было не убил здесь Дэнди. Дэнди приходится тратить фэшифт. Уходит. Акуроки с Пупеем выходит на мид. Прогнали они Экскальбру отсюда. Тинкер не убили, Тинкер слетал на базу. И вот они Диаболики. Диаболики только первый уровень, Экскальбур готов марш подкладывать отсюда этих товарищей, прогонять. А на топе Дэнди уже пошел нырять за вышку. Прогоняет Флай, прогоняет Хани. Продамажил арбом, продамажил сайленсом. Хани буквально пару ударов осталось сделать. Бежит на перехват уже Куроки, но посмотрим, дотянется ли до дома. Пошел по хитрой траектории, прям-таки действительно на перехват. Лайтнинг шторм. И с руки добивает. Отлично отыграл Куроки, но здесь поджимает уже и Флай. Дэнди готов прям-таки по дужке бежать. Опять молния и опять с руки добивает. Куроки таким образом получает даблкил. Вышку на топе сломали. Акс здесь стоит, крутится на ботом-лейне, к ним приходит уже хвост, но... Акс здесь никого не видит. Конечно, блинк сейчас покупает Рикси. Это может быть проблемой. Но Нави свое преимущество отвоевали обратно сейчас. Ну что, сейчас становится 3-3. Давайте посмотрим, когда по нетворсам. Тинкер на первом месте. Пока не хватает им на Boots of Travel 1000. Акс несет себе блинк, он на втором месте. Убивали они вышку. Например, ну так вот выглядит такая полусинусоида. 1000 преимущества в Fnatic по золоту. А по опыту все сводится к нулю. Было больше 1000 у Fnatic. Но сейчас они это преимущество начинают терять. Ну и хвост. Хвост уже имеет ультимейт. Влетает на него Акс. Кричит. Натейл готов станет. Стан дает хвосту. Хвост успел ультимейт нажать. Тем не менее, топором ему голову отрубает Рикси. И на хейсте бежит. Готов уже бить Фаника. Фаник понял, что там делать уже нечего. Фнатик захватывает вражеский лес. Ну а здесь проблема Хани. Хани уже получил Мальфис, получил Лайтнинг Шторм. Ультимейт Фурион помогает. Дум, конечно, успел Хани потратить на Куроки. Куроки, скорее всего, придется донать. Не самый плотный персонаж Лишак. Но Блэкхолл на Нателла не пожалел Пупей. И Нателла они тоже убивают. Рикс пришел помогать. Сбивает им сразу блинк, тем не менее. Дэнди. Чуть было не подвернулся под все эти крутилки, под все эти вертелки. Контрхеликсом достаточно серьезно повращался Трикси. Но Дэнди подцепить он Берсерк с колом не сумел. Поэтому пак живет. Лишак в итоге так и догорел. От дома не хватило ему хп. Ну а теперь Boots of Travel появляется у Тинкера. Теперь Тинкер всегда будет переходить на помощь. Теперь уже в каждой драке будет присутствовать Экскальбур. Показывает свое приобретение, появляется на топ-лейне. Нави надо возвращаться теперь на свою половину карты. Надо отфармливать Фуриона, надо отфармливать Ликана, скорее всего. Следующие вылазки должны быть только совместные, только со Смоком. Рогем постепенно заканчивается. Уже посмотрели на Блинку Акса, посмотрели на Тинкера с Boots of Travel. Трикс уже всегда готов инициировать. Ну и Фнатик собираются все на миде. Бегает здесь Трикс и Экскальбур. Марш запускает, прогоняет Акса. И для Нави это как раз необходимая им передышка. Паник доделает мидас, поедает крипов. Здесь Морбит Маск уже хвоста. Постепенно доделает Владимир Солфринг себе. А Пупей отправляется за покупками. Солфринга нет, вместо этого есть Аркейн Бутс. И Хедрес, Мэджик Стик. Купает. Ну что, Дэнди, буквально пара крипов, не хватает ему до блинка. Появится блинк, он будет готов на приключение, но пока надо
Это пару крипов найти и убить. Здесь Трикси мешается. Трикси готов в любой момент влетать на пака. Он знает, что сразу прилетит Тинкером, поможет ракетами, лазером и так далее. Поэтому Дэнзи держится очень аккуратно на расстоянии экрана Атакса. Так, Айсбласт полетел, влетает Трикси, все-таки подцепил он Дэнзи. Айсбласт летел, но это минус Дэнзи. Собственно, этого Дэнзи и опасался, но все-таки Трикси на максимуме ренжа Бринка дотянулся. Ну теперь уже Тинкер прилетает к хвосту, хвоста прогоняет. Рядом крутился Хани, но решили они, судя по всему, что вдвоем не справятся. Паник фармит эншентов. Здесь 40 секунд до блэкхола. Что, счет 5-6. Разменялись вышками, разошлись по сторонам. Дэнди Блинк все-таки покупает. Появляется параллельный смог у Vengeful Spirit. То есть сейчас одновременно и Найт готовы идти на войну, и Фнатик. Посмотрим, кто кого в итоге первым поймает. Ну а пока Тинкер бегает, фармит все подряд. Здесь уже начали ему стакать. Зафармит потом. Ну и скоро появится и у него. Блинк уже убивать его станет проблема. Так, Дэнди влетает, Сайленс, да. В ответ получает Берсеркский Скол, получает стан. Ультимейт Фуриона убивает Натальяна Штапаришина, но тот пытался дать Дэнди ультимейт. Ультимейт не дал, но Акс своим ультимейтом его убивает. Сам Акс попался. Подцепил его Энигма. Ну и двойной блэкхол. Экскалибур здесь как раз оказался очень вовремя. Экскалибур убивает, прилетает Дум. Здесь я на ОХП, Дум получает стан, получает Лайтинг Шторм. Достаточно больно ему достается, приходится загораться. Кани и Далоны пытаются сломать вышку, но, пожалуй, пока что рановато. Ну что, Нави подрались неплохо, ценой одного Дэнди убили, они Акса убили. Тинкеры всех остальных уже респаунули с саппорта. Кани опоздал на праздник жизни, но, возможно, оно и к лучшему, иначе бы и он мог попасться. Опять сбалс Дэнди. Каждый раз Флай готов докучать. Флок появляется у Трикси. Лишь переживать весь этот спам. Прокаст пака. Ультимейт Фуриона и все эти молнии от Лешака. Бесконечные с кулдауном 4 секунды. Ну что, Най продолжает отфармливаться. Отфармливается Фаник. Появляется у него Фрилхаммер. Нацелится он на дезолятор, будет давать минус армор Таурам. Будет проще им разламывать вышки, но хвост уже купил поясок, нацелился на Некрономикон. Вы нажали смог, пошли кого-то искать. У Дэнди ультимейт доступен, готов цеплять. Ожидают они, судя по всему, агрессии от Фнатик, пошли проверять свой лес, но в лесу пока никого нет. Здесь фармят Сэншенты. Они ходят фармить свой лес, но остальные просто стоят на меде, действительно в смоке, но Фнатик ждут агрессии от самих Нави. Теперь Блинк появляется у Тинкера, и теперь Тинкер. Поймать его будет очень сложно. Постоянно будет прыгать по кустам. Так, ну что, закончились оба смока, показывается наконец Акс. Забегает в крипов. Нави понимает, что свой лес они, конечно, обезопасили. Лес фармить можно, но немного времени потратили обе команды, постояли, посмотрели. Хвост прибегает помогать Фанику. Пауэртрейс для начала доделал, не стал торопиться. Так, здесь Натоя прибегает и прям-таки в лицо хвосту ставит. Вард напугал хвоста, перепугал, заставил потратить ультимейт. Так, невидимый Нател. Стан в Дэнди. Дэнди, отличная реакция. Сразу же прячется, упрыгивает. Дабл дэмэдж свой еще не тратил. Дримкоды тоже наличие. То есть можно сейчас в ответ как-то попробовать запрыгнуть. Нател в итоге руну своей невидимости не реализовывает. Включается дабл дэмэдж сам собой. Такс, просто на крипов уже орет. Со скуки, судя по всему. Ну и Трикси можно хватать, раз у него кулдаун, решает так Дэнди, моментально сбивает ему блинк Трикси батлхангером. Ну и пока что пауза. Ну что, шаткое равновесие в игре. Отфармливается Тинкер, отфармливается Фурион.
фармить пытается хвост. Купил себе еще один пояс. Сам уплотнился, нацелился опять-таки на Некрономикон. Ну и смотрим графики. Здесь чуть меньше 1000 по золоту преимущество у Нави. Такое хрупкое равновесие воцарилось. Ну и 2000 у них есть по опыту. Это Мидас у Фриона. Фармит хвост, фармит Энигмы, ходит постоянно эдолонами. Хватает уже на Меку, можно Меку купить и попробовать провести какую-то сейчас драку. Как раз отлипает Black Hole, буквально 7 секунд осталось. Смог уже в наличии, то есть осталось только принести рецепт и готовы Нави драться. Экскалибур копит уже себе на следующий слот. Посмотрим, как быстро появится этот вайс. Ну а Хани как-то он в этой игре особо не показывался. Ходит, фармит. Огур Клаб уже имеется, как-то они все вылетают. Как бы это не значило какой-то беды. Но похоже просто перезапускают там свои компьютеры, роутеры и так далее. Фаньку, к слову, почти хватает на следующем эфире Хаммера. Это значит, что изолятор появится буквально через пару минут. Учитывая Мидас. Мидас он уже щелкнул. Ну и там же можно будет устраивать набеги. Можно даже на базу сейчас летать, забрать Мифре Хаммера. Особенно учитывая, что сейчас уже полетит рецепт на Мегу скоро. Пора будет начинать пуши. На меде вышка все считает, но вышка совсем битая. 200 хп. Упадет очень быстро. Очередной стак. Ну и сейчас кто кого заганкает, тот сразу все ушки начнет ломать. Го-го. Отжимаю паузу. Фармить здесь Энигмы. Несколько кемпов одновременно. Дернули курьера, но там Дэнди летел пока что-то. Телепорт, судя по всему. Парень действительно возвращается обратно, но покупает Маштром. Не стал торопиться он в плане дезолятора. Все-таки хочет быстрее расчищать крипов, чем ломать вышки. Вышки они и так с хвостом ломают. На будь здоров. Учитывая, что там и Эдолоны, и Волки, и Хаул дадут всему этому хозяйству. Так, Акс влетает, находит Куроки. Свапает его как можно дальше от команды, ну и Куроки так в одиночестве, похоже, и погибнет. Добивает его Дум. Убивал здесь обсервер Лишак. Хотят, наверное, обезопасить своих хэндшотов, но из-за этого Лишак пострадал. Вот она, наконец-то появляется Мека. Но пока что ганки отменяются, надо ждать, пока появятся Куроки. Еще 15 секунд. Ну, таким образом, Фнатик забегает к Рошану, здесь идет невидимый волк. Невидимый волк просто идет, но теперь уже видно, что есть. Бегает, крутится на тейл. Забегает ринты, Фнатик не собирается отказываться от своих намерений. Знает, что Лишака нет. Лишак уже летит на мид. Минус армор, далее Рошан. И начинает бегать, метаться Фнатик в разные стороны. Рядом Дэнди, рядом хвост. Все готово, Дэнди влетает. Забил, блин, Каксу. Дал ему Саня, чтобы тот его не загрел. Получает моментальный дум. Хвост вырезается в Трикси. Трикси, похоже, погибнет первым. ПП довольно много хп потратил. Прошелся просто по маршу. Ну и Хани неприятности. Пошел хвост, пытается добить. Получается там, получает лазер. Хвоста убивает. Здесь Рошан бьет Флай. Флай, похоже, решил просто убить Саброшана. Действительно, он убивает Саброшана. Фаника здесь находит. Фаник попытался он кого-то убить, но в итоге погибает и сам. Good day, sir. На этом пока что заканчивает. Потеряли Нави всю команду. Кто-то там даже выкупался, по-моему, Акс выкупался. Да, действительно, Акс выкупился, вернулся. Но Рошан пока что живой, никто туда не торопится. Респаун очень короткий. Сейчас уже все появятся. И можно будет продолжать. Ну а пока Куроки здесь ходит, смотрит на Тинкера. Тинкер пытается убивать. Станом забивает ему телепорт. Тинкер готов перезаряжаться. Хватит ли урона? Урну кинул. Лишак готов погибнуть, если он при этом убьет Тинкера. Урна есть, но там бутылка, и Тинкер отпивается обратно. Ультимейт Фриона, и сразу же все проблемы решены. Тинкера теперь нет. Но ты так и стоит, смотрит на Рошана. Без Тинкера Рошан навряд ли заберут. Можно, конечно, пытаться рубить Ваксом. Но Нави себя сейчас чувствует достаточно свободно. Отправляет
волка. Вост, посмотрел. Рашан действительно на лоу хп, но и опять можно повторять. Идут смок и Блэк Холл не тратил. В прошлый раз... А хотя потратил. Успел все-таки потратить. Опять Сайленс. Трикси. Далее. Дрим Койл. Ну и Трикси погибает первым. Пытался его свап на Т, пытался спасти. Рашан все-таки добили. Хани ворует Аегис. Хани телепортируется, но Дэнди в погоне. В погоне за Флаем. Прыгает на орб. Сайленс дает и Флая добивает. Отомстили Наю за прошлый тимфайт. Убивает четырех. Ну как, троих. Тинкер, да, это был мертвый. Без Тинкера драться совсем не нравится, Фнатик. Так, полетел Тинкер, и его сразу находит. Поцепить бы. Далее Мальфис. Экскальбур попался, дает лазер Дэнди. Нажимает свой госсептор, пытается жить некоторое время. Никак ему блинк не откатит. Хвост получает дум, тем не менее. Хвоста разрубает здесь Кани. Кани с Эгисом. Кани сейчас всех прогонит. Дэнди. Дэнди все-таки погибает. Кани в итоге получает даблкил, такой выбегает с базы с Эгисом и начинает просто всех рубить. Всех убивает. Выкупается Дэнди, возвращается на свой орб. У Нателла здесь сразу же неприятности. Оживает Хани. Продолжает рубить их налево-направо. Упей идет. 5 секунд до Малефиса. Дэнди наплевывает Хани. Хани все-таки они прогнали в даймскую уроки. Что, добить бы? Ну нет, уже на базу никто не готов бежать. Там же и Акс куда-то влетает. Флай все-таки добили, но Акс вылетел и здесь убивает Энигму. Такая потасовка, что трупы налево-направо. Фаник на помощь. Сайленс дали Трикси, дали Спраут, Дэнди с лоу-граунда настреливает, Орб откатился, ну и Акси погибает. Что, 19-16? Най перехватывает инициативу. Как видно, ответственный взлет у них по опыту. Сперва они упустили на Рошане, упустили достаточно серьезно. Но сразу же отвоевали обратно, все, да еще и с лихвой. Такая прям-таки мясорубка. На меде начали у Рошана и дрались-дрались аж до вражеской базы практически. Ну а теперь уже Дэнди влетает на Хани, пора ему. Объясняет, что не стоит фармить больше. Фаник уже доминейтинг. И у Фаника появляется ультимейт орб, уже скоро будет хватать на мистик став, то есть сайт вайс не за горами. Ну а там же и Тинкера можно будет ловить спокойно. Тинкера и так убили несколько раз подряд, Экскальбру замедлили по фарму. Он копит себе на догон, в принципе, хватает уже на догон. Ну и покупает догон первого уровня. Сходил к уроке, поставил вард, но теперь оба знают про варды друг друга. По центре варду поставили, ну и кто быстрее убьет вражеский вард. Пропал вижен у флая. Пропал центре у флая. Сплошные проблемы. А тир 2 на и уже. Сломали тир 2 на топе, сломали тир 2 на миде. Прилетает тинкер. Вышку придется денаить. Мышку подынали. Ну что, Нави совсем пространство не оставляет? За счет такой вот агрессии, что они готовы были драться в любой момент. При этом драки для них были в большинстве успешные. Выбиваются серьезно вперед. Последний внешний тауэр остается, но хвоста прогоняет оттуда Тинкера. Надо ждать всю команду. Сайт Вайс уже закуплен. Прям первый по фарму, несмотря на старания Экскальбура, несмотря на все его стаки. Я думаю, скоро и у Дэнди появится его ультимейт орб. Хватает, в принципе, уже. Сейчас пока сломаются деревья. Экскальбуру прыгать теперь попросту некуда. Тинкеру такие вот моменты очень неприятны, если ломать деревья и прыгать просто некуда, негде спрятаться. Так, что такое летит? Собственно, ультимейт орб для Дэнди и второй рецепт Некрономикона для хвоста. Собираются вместе Фнатик, нажали, а не смог. Най, пока что временно отошли в свой лес. Ждут, где кто появится на карте. И Дэнзи в поисках приключений. Знаю, что Тинкер здесь будет отпушивать. Сейчас помимо Тинкера, возможно, кто-то выйдет. Кани фармит на миде. Блэкинбар уже есть. 10 секунд в следующий раз будет нажимать свои. И очень важно не выпускать с базы. Не давать Тинкеру отпушивать далеко, то есть постоянно лейн. Кто-то должен отпушивать. Хвост волка отправляет на поиски. Влетает внезапно Трикси. Ну что, теперь информация есть у Нави о том, где кто находится. У самих есть невидимая Энигма. Главное, чтобы здесь не попался.
и следующая драка будет очень важной для Fnatic. Если проиграть следующую драку, то как бы не потеряли одну из сторон. Сейчас очень важно не попасться. Учитывая Фаника с сайта Vice, попасться очень просто. Учитывая невидимую Энигму. Нави пока что сами крутятся осторожно, они знают, что одно неверное движение и могут посыпаться сами. Так, Fly. Попался на варде. Дримкоин на двоих. Спрятался, Дэнди успел спрятаться от Берсерк и Сколк. Дум потрачен на Энигму, чтобы не было блэк-холла. Хани вгрызается у нее хвост в его блэкинг бар. Моментально убивает Акса. Экскалибур погиб. За ним посыпался на тыл. Выкупает Стинкер, готов спасать свой таур. Готов давать марш. Прилетает прямо-таки на вышку, как бы сейчас не попался здесь на этой вышке. Но его никто не догоняет. Успел отпрыгнуть все-таки через шифт. Сайт Вайс был потрачен на этой драке. Буквально 10 секунд на сайт Вайс осталось. Дэнди не стал он прыгать на Экскалибур. Здесь работает строго по баракам Нави. Ну и бараки успешно разламывают. Экскалибур запускает марш. Полетел айсбласт. Хвоста сейчас, похоже, накроет. Хвост прям-таки под айсбластом решил телепортироваться. Полетел на Тир-2. И погибает. Ну что, у Нави задача выполнена. Сломали сторону. Сейчас Дэнди... Пока что не сейчас, пока не хватает ему на мистик став. Здесь появляется пайп, в следующий раз будет пушить еще проще. Fnatic пока что толком так ничего и не смогли показать. В ранней игре у них лейн с Аксом был достаточно неуверенный. Не ожидали они, что прям-таки разгадают Нави их ход, что подожжат. В принципе, было достаточно очевидно, что придут воевать. То есть базу забрали. Вышку сломали, вышками разменялись, ну а потом уже пошли драки. Так, Дэнди влетает, дает дримкол. Моментально погибает, Флай добить не успел. Флай стоит просто на дримколе и телепортируется. Заигрались немного. Теперь минуту нужно ждать Дэнди. Акс тоже копит на пайп. Ну а хвоста появляется третья книжка. Уже есть Йогурт Клаб. Ну и Фаник. Сейчас доделает Блэкинг Бар свой. Сможет уже влетать в самые гуще событий после того, как потрачен Берсеркер Скол. Ну что, графики. 12 тысяч здесь. Здесь. Ну, 7500, к слову. Могло быть пострашнее по опыту. Но по опыту все не так страшно, учитывая, что Doom с Midas, учитывая, что Тинкер стаки фармил. Если посмотреть Hero Level. 17-16 обгоняет только Фаник. Вот он, Блэкинг Бар у Фаника. Так, ну что, следующий Рошан. Появится он не скоро, через 3 минуты. А, хотя сейчас скажут нам, когда он появится. Через минуту, вот. Непривычно, это таймер новый. Так, не видим, на ты крутится, вертится. Ходит, не видим, на ты смотрит. Ждет Тинкера. Тинкер прилетает, но прилетает достаточно далеко. Показался трентам. Натейл, конечно, выслеживает хвоста, но как бы сейчас сам Натейл не попался. Просветки, конечно, нет. Сентриварды потратили в районе Рошана. Гема тоже пока что Нави не имеет. Стан. Стан в Куроке, Натейл пытается бежать. Понимал, что сейчас закончится у него невидимость. Но сейчас здесь будет вся команда, хвост, ультимейт нажимает, не понимает, почему здесь никого нет, почему Натейл просто так вот берет и погибает. Ну а Дэнди в погоню. Здесь Fnatic все в рассыпную. Очень неловкий момент в итоге получается. Рошан сейчас спаунится, потому что спирит нет здесь, доедает последнюю вышку уже хвост. Так, прилетает Тинкер, пора разбегаться, хвост. Получает Акса. Дэнди контролирует, пытается Экскальбура, влетает Фаник, Дримкоил дали, ну и концентрируется на этом Тинкере. Тинкера добили, там влетал Айсбласт. Хвост пошел бить Хани, вместо этого погибает сам от Айсбласта. Так, ну и отдаляли, но Акса здесь добили без нас. Ну и за Хани, замедляет его молнии. Малефис дали. Добить уже можно, в кусты все сломали. Гем забрали. Улетает Дэнди за гемом. На АТ пошел гем спасать, но в итоге сам попался. Свапает Флай. Сказал, погибай ты, а я гем спасу. Но Флай
Флай пока что жил, но он наконец-то погибает. Пролетел Фаник, нажал блокинбар, и Дензи здесь их раскатывает. Гем в итоге достается Ханик, который выкатился, и гем получает уже прям-таки на фонтане. Про вышку забыли, наверное, как-то они вломились чуть ли не на фонтан. Вышку наконец-то добивает. Пострадал только хвост, который каждый раз попадается под айсбласты. Ну, Дэнди уже имеет сайт и вайс. Тинкера они каждый раз обрабатывают. У Тинкера пространства в тимфайте нет абсолютно никакого каждый раз. У него впрыгивает либо пак, либо прилетает Фурион. А хвост, вот он уже респаунс и бежит за Эйгисом. Сломали все деревья, чтобы никто не перелетал внезапно. Ну и все, в принципе, можно продолжать. Можно пушить уже хайграунд. Дэн здесь находит. Находит Экскальбора, между прочим. В ответ получает догон, прячется. Ультимейт Фурион прилетает. Ну вот и сам Фурион. На тейл. Пытается убить Дэнди. Дэнди свапает. Дэнди таким образом он спасает Атакс, который был готов нажимать Берсеркерский скол. Дэнди прилетает обратно, получает Бэтлхангер, добить ему не дали, но пайп есть. Прохилит. Фаник, правда, пострадал. За Денай Урликан. Джиджи говорит. На тейл. Здесь уже, в принципе, и так все понятно. Ну что, Нави сегодня прям-таки ударим. Они писали в своем блоге, что проиграли они там вчера. Их это серьезно разозлило, и это можно посмотреть. Две быстрых серии. Пробираются они по нижней сетке, и в итоге они у нас завтра будут играть против World Genius Best of 5 в гранд-финале.